украинские боевики около 8 лет. И пресловутая Луганская дуга сейчас, можно сказать, уже не существует. В течение 2 недель проводилась артподготовка, а потом героическим штурмом военнослужащие выбили украинских боевиков из этих позиций. Минометные разрывы. Военные рассказывают, что было выпущено около 700 мин. И что самое интересное, во время работы наших минометчиков параллельно выходили штурмовые подразделения на передний край и выбивали противника. Ну, назвать это можно не иначе, как ювелирные работы, работы героических минометчиков и штурмовиков. Когда штурмовики вот там проходили по колее, вот сюда еще миномет работал. То есть фактически ребята шли и одновременно работали минометчики? Да, просто максимально осторожно, пристреленно, ну, готовились долго, пристреливали огневые точки, вот, дабы противник не мог поднять голову и отсюда открыть кинжальный огонь уже с близкого расстояния, просто позиции подавлялись всеми имеющимися средствами.